Попробуем разобрать более сложный пример. Давайте я его тоже разберу сам, потому что надо привыкнуть к тому, что происходит. Все помнят хотя бы немножко, что такое случайный граф. Да. Это граф, который упал на нас с неба. Это, безусловно, да, исключение. Причем неоднородный, там часть более черная, часть более белая. Да, это граф, который упал на нас с неба, но не просто упал с неба, а упал с некоторой вероятностью. Для каждого графа есть вероятность, с которой он на нас с неба упадет. Правда? Я еще раз напомню, у нас есть множество вершин. Это числа от единицы до n, как обычно, буковки я не использую. У нас есть множество вершин и есть ребра Е1 и так далее, Е с индексом c из n по 2. Это ребра полного графа на вот таком множестве вершин. И каждый из этих ребер мы проводим независимо от остальных с вероятностью p. Да. Есть число p из 0,1, которое отвечает за вероятность проведения очередного ребра. Производим схему испытаний Бернули, c из n по 2 испытаний. В каждом испытании успех с вероятностью p, если успех, проводим ребро с номером испытания. Да? Вот, возникает случайный граф g с множеством вершин v, случайным множеством ребер e. И мы с вами знаем, что вероятность такого графа – это есть p в степени количества ребер на q в степени c из n по 2 минус количество ребер. Это мы все проходили, я просто напоминаю, чтобы освежить. Вообще-то, когда мы обсуждали с вами математическое ожидание, мы говорили не только про функцию на множестве школьников, там вес, рост и прочее, число глаз там еще было константное, точно. Мы еще говорили про какие-то функции на графах. Ну, конечно, самая простая функция – это число ребер. Число вершин, мы помним, что это константа, это просто n, оно не меняется. А вот число ребер, оно случайное. Но понимаете, что число ребер – это просто число успехов в схеме Бернули? Да. Поэтому если мы сейчас введем вот такую случайную величину, которая на графе по определению принимает значение, равное его числу ребер, если мы введем вот такую случайную величину, то давайте вы мне скажете, чему будет равняться ее математическое ожидание. Мы его только что нашли двумя способами. НП? Но не НП, сколько испытаний-то? Не n, p. C из n по 2? C из n по 2 умножить на p просто, да. C из n по 2 умножить на p. Да. Испытание C из n по 2 теперь в нынешних обозначениях. То есть, если хотите, вы можете, конечно, C из n по 2 обозначить m. Тогда у вас будет m умножить на p, прямо по аналогии там, с тем, что мы считаем. То есть в этом случае мы уже все прошли. Мат ожидания числа ребер, вот оно такое. Среднее число ребер такое.